Это шпаргалочка, извините меня все за это. А потом приходили они, наступали тихие дни. Дети ангелов, еле дыша, затихала моя душа. И летели со всех сторон, чтобы слиться с потоком воды, обтекая мой вечный трон, замывая мои следы, струи света. И горний весь мир спустился, моя земля успокоилась, словно взвесь, перелитая в вензеля. И теперь за седьмым замком, за таким, что пора б забыть, словно не был ни с кем знаком и уже не намерен быть. А там и все пройдет, как не было, но лишь казалось проходящим. И посмотрев тогда на небо, мы увидим смыслы в настоящем. Они распиливали заживо и хоронили друг на друге. Как быстро эти раны зажили, как нелегко нам было в круге магического предстояния, кармического недоверия. Но позади все расстояния, и дьявол, и его империя до основания разрушены, и захоронены, и тление касается всего ненужного, от электрона до мгновения. Хорошо. И напоследок, знаете, вот есть такая, это, наверное, притчеобразное предание, чтобы тварь перестала быть сильной, ее надо вытащить на свет. То есть, говоря нашим человеческим языком, гадость должна быть описана, да? И чем подробнее и внятнее, проще она описана, тем меньше у нее шансов причинить вред, по крайней мере, неожиданный. Я тебе расскажу, как приходит полуденный бес, как он рвет твою плоть от земли до самых небес, как земля, умирая, скулит под напором когтей, и как надо простить даже самых никчемных людей. Он тебя не отдаст просто так, он всегда и везде, и в луне, и в созвездиях, и в каждой отдельной звезде. Ты ему отдаешься, как мальчик в публичный дом, ты напрасно смеешься, смотри, не заплачь потом. Эта морось сгубила Лермонтова М.Ю. Эта нежить хочет вторгнуться в жизнь мою. Я тебя не пускаю именем Иисус. Я тебя исторгаю, я больше тебя не боюсь. Убирайся обратно туда, откуда пришло. И оно потихонечку, не торопясь, ушло. Браво! Да браво вам! И еще одно слово. Вот стою, шпаргалка нечаянно написалась в книге Константина Леонтьева. Он невероятно прозорливо описывал все то, что произошло с нашей многострадальной родиной. И что происходит сейчас, в том числе и здесь. Вот то, что происходит здесь, личная позиция. Поэтому презерватив вместо белой ленточки. Ох, ребята, не надо перемешивать, спешить кровь со слезами. Как можно меньше протеста должно быть, как можно больше любви. В протесте нет любви, быть его не может. Смирение – добродетель в этом мире. Как вообще человек, воюющий, наверное, всю жизнь, вот тут точно знаю. И простите меня за все это. Поближе, Коля.